Владик ТВ. Сперва я хочу поздравить девочек, женщин, мам, бабушек, прабабушек с праздником 8 марта. С Международным женским днем. Я долго думала, как и что сделать, и что подарить вам. И я поняла, что не могу справиться одна с этим. И я решила обратиться к мужской части населения за помощью и все вместе поздравить вас. Всем не секрет, что каждой девушке и женщине нравятся комплименты. Так что усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра! Поздравляю женщин с наступающим 8 марта. Желаю им здоровья, красоты и весеннего неба. Элегантная, тонченная и изящная. Милая, хорошая, обаятельная. Очаровательная, привлекательная и прелестная. Прекрасные, чудесные, неотразимые. И яркая, эффектная и шикарная. Безупречная, совершенная, идеальная. Бесподобная. Сногсшибательная, несравненная. Непревзойденная, замечательная, удивительная. Поразительная, изумительная, восхитительная. Исключительная, неповторимая, единственная. Бесценная, соблазнительная и обворожительная. Сладкая, обольстительная и ослепительная. Великолепная, неземная и возвышенная. Эфирная, веселая и жизнерадостная. Бодрая, рассудительная и эрудированная. Воспитанная, верная и преданная. Открытая, понимающая и искренняя. Добрая, мягкая, нежная. Ласковая, заботливая, сентиментальная. Темпераментная, романтичная и чувственная. Грациозная, волшебная, сказочная. Божественная, непостижимая, невероятная. Загадочная, таинственная, интересная. Пленительная, любимая, незабываемая. Не похожая на других. Желаю день 8 марта самых прекрасных теплых слов. Сюрпризы, радости в подарках и замечательных цветов. С праздником вас! Надеюсь, вам понравилось наше поздравление, и вы поставите лайк под этим видео и поделитесь со своими друзьями. Пусть ваши друзья радуются вместе с вами. С праздником вас! И самое главное, привет им. Передаю привет Даше Талановой, Виолетте Кет, Варе Дунцевой, Насте Шоу, Миссис Април, Виктории Котик, Кате Лофт, Мэджик Фри, Мирослава. И если ты хочешь, чтобы я тебе передала привет, пишите в комментариях. До скорых встреч! А с вами была Блондинка ТВ и моя сестра Ксения за кадром. Привет! Которая помогала мне снимать для вас это приятное видео. Не забудьте поделиться со своими друзьями. Всем пока-пока! Пока!